Здравствуйте! С вами Анария Прамен. Я в Томи. Поздравляю всем с Новым годом. Я в Армении. Чтобы у вас было счастье, куча хороших подарков вы дарили и вы получали. Очень много. Чтобы были богаты, чтобы были умны. И чтобы ничего не мешало вас спокойно жить. С вами Мария Абрамян, и мы начинаем первый сезон, первую серию, первую часть. Мы начинаем первый сезон, все о Армении. Армения была большая страна, и он был богатый, но его ограбили. Много героев, и это этих героев представит мой брат. Итак, Сасунси Давид, Ватанман Комьян, Хайдна Абек, он был первым армянином. Он захватил много стран, и мы были слишком большие. А теперь? На что? И из космоса не видно. Несроп на что-то? Да, он зачищал Армению с буквами. Да, но буквы здесь пока не главные. Сасунцы, Давид, Вартанман, Конян, Хайфна, Апет, там еще несколько. Наверное, вы про него можете знать. Вы однажды его взяли в плен, а потом он сказал россиянам, я Каргин Нойштейн. А потом я не знаю, что случилось. Наверное, его отпустили, и он некоторых. Нет, там какой-то. И все остальные. Они защищали. А потом пришел... А потом пришел сезон слабаков. Они не могли защищать. И они были слишком трусливы. Нас ограбили Арарат. Да? Нас ограбили. Сиван. Я шучу. Сиван не ограбили. А вот это очень смешно. Сиван пока у нас. А вот Ван ограбили. Ван взяли. Ну да. Почему? У нас ограбили целых три озера. Или не знаю. Речки. А я не знаю, что говорит. Я не он, я она. Потом Армению начали захватывать. Это было плохо. Армения стала очень маленькой. Хотя Армению иногда называют открытый музей под голубым небом. Потому что в Армении много всяких штук. А сейчас моя очередь. Я расскажу вам о Ереване. Ереван иногда называют розовый город, потому что в нем кирпичи разного цвета есть очень много. Туф такой камень. Это как можно иногда и называть армянский кирпич. Армянский туф. Или армянский кирпич. Слишком дорогая. Я хочу, чтобы вы, Россия, Украина, Америка, Англия, все любили Армению. Потому что Армения неплохой. Армения неплохая. Армения неплохая. Она просто во втором классе учится, а я в четвертом. Очень хороший, отличный, в общем-то, Армения. Наверное, наверное, вы уже пришли в Армению, потому что я знал,
что-то там проблемы, некоторые должны прийти в Армению. Не знаю почему, но это хорошо. Это просто отлично. Ничего нет плохого. Но есть плохое, что у меня сейчас нет. Чего нет? Вот этого нет. Что есть? Ну так, прошу вас любить Армению. Прошу вас любить своих близких. Ну, а еще хочу что-то сказать. Но из-за того, что Армения маленькая, никто не хочет и глядеть на это. Но это слишком хорошая страна. Угу. Это очень хорошая страна. Играет. Армения, конечно же, маленькая, но очень добрая, хорошая, честная. Идите пробовать здешнее блюдо. Идите в Ереван. Ну, Ереван там. Сержа Саркисян. Там... Там есть отели. А еще... Что идет? А здесь? Там есть... Что? Отель? Да. В Ереване отель есть. Хорошо, хорошо бы не сказал, что в Ереване есть автомобиль. Ну так, ребята. Будем говорить о армяне. Армении. В Армении есть такой инструмент, что даже компьютер не может его сыграть. Это дудук. Дудук — это армянский инструмент. Он армянин, такой армянский, потому что у нас есть абрикос, и это армянские фрукты. Да, я думала, что сказать блюдо. По-армянски абрикос называется тиран. Тиран. Попробуйте. Тиран или тиран? У вас нет тиран? Тиран еще лучше. Говорите, же. У вас есть там только ре, наверное. Да, это проблема. Но вы... А у нас есть и... Если хотите научить по армянскому языку, то мы вас научим. Просто... Только это слишком сложно. Да, это сложный язык. Я не все разучила. Просто смотрите новые сезоны, новые серии, новые части фильма о Армении. А потом смотрите новые серии. И другие серии. Это первый сезон. А вы будете смотреть и другие серии. Вот, например, разные парки. Mm-hmm. Железная дорога или ванна. Ну, ладно. Пока на сегодня все. А то потом нам будет нечего рассказывать.